Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте на странице 41 выполним задание под номером 3. Если представится возможность, побывайте на выставке современных автомобилей. Сделайте фотографии. Одну из фотографий наклейте здесь. Автомобили появились около 100 лет тому назад, и тогда этот транспорт был диковинкой. Большинство людей считали, что он не нужен, и лучше и надежнее него лошадь. А теперь автомобиль – самый распространенный и привычный для людей вид транспорта. Автомобили – это наши друзья и помощники. Сегодня на нашей планете едет 500 000 000 легковых машин, и их становится все больше. Если бы вы спросили, кто изобрел автомобиль, то на этот вопрос было бы трудно ответить. Еще сложнее было бы сказать, когда и где автомобиль родился. У автомобиля колеса очень старые. На колесах ездили и 1000 лет назад. А двигатель совсем молодой. Ему около 100 лет. Изобретатели в разных странах пытались построить такую телегу, которая бегала бы сама, без лошади. Раньше в мастерских станки приводились в движение руками или ногами. 200 лет назад нижегородский мастер Леонтий Шамшуренков решил построить свою самобеглую коляску так, чтобы ее колеса приводились в ход людьми. Коляска, сделанная, бегала без лошади, хотя и не быстро. Два человека стояли в этой трехколесной крытой коляске и работали, зато другие спокойно ехали, сидя на скамейках и ничего не делая. Об этой самобеглой коляске узнал замечательный русский изобретатель Иван Васильевич Кулибин. Он стал думать о том, как улучшить коляску. Ему удалось построить такую самокатку, которую уже мог приводить в ход только один человек. Здесь мы видим фотографию одного из современных автомобилей. Его внешний вид не совсем обычен, и тем не менее в нем есть то, что есть в любом автомобиле. Например, 4 колеса. Хотя встроены в автомобиль они необычным образом. Автомобили, несмотря на их пользу, загрязняют воздух, и ученые пытаются решить эту проблему, усовершенствуют автомобили. И, наверное, вот здесь изображен автомобиль, который воздух загрязнять не будет. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.